Детский сад номер 79 вновь ожил и наполнился звонкими ребячьими голосами. Радостные глаза малышей и счастливые воспитатели. В поселке Дубовая роща территориального управления Сафоновска полноценно заработало дошкольное учреждение. Я хочу сказать, пандемия, она не может закрыть полностью детский сад. Детский сад работал и работал в форме дежурной группы. Вот Юлия Николаевна вам потом скажет, что у нас было все равно 8 детей ходило ежедневно. Это дети наших медицинских работников, потому что вы сами знаете, что они сутки мы проводили на работе. Дети работников полиции. Сейчас, вот слава богу, мы возвращаемся к прежней жизни. На сегодняшний день в детском саду номер 79 работает 6 групп, а это более 80 ребятишек. А с понедельника откроется еще одна группа. Ее будут посещать 20 малышей. Сами видите, насколько дети рады. Ну, дом, стены, конечно, это хорошо, мама рядом. Но здесь детское общение, воспитатели, занятия. Вот вы сейчас можете видеть, как одна из многодетных мам у нас работает, которая тоже живет в нашей Дубовой роще, как, с какой любовью и трепетом она занимается с детьми. Конечно же, детям, я считаю, что нужно жить и приспосабливаться в коллективе. Несмотря на окончание пандемии, к детскому саду до сих пор предъявляется ряд санитарных требований. Требования, безусловно, соблюдаются. Мы до сих пор продолжаем измерять температуру и родителям, и детям, и сотрудникам. Ведутся специальные журналы. Также дезсредствами пользуемся, то есть обрабатывают ручки и дети, и родители. Бактерицидными лампами у нас существуют графики. И включаем до сих пор бактерицидные лампы. Ольга Волкова – старший воспитатель детского сада номер 79. Здесь она трудится почти 20 лет. В это дошкольное учреждение пришла сразу же после окончания педагогического института. Ребяток очень люблю. Мы занимаемся очень много инновационными технологиями и проектной деятельностью, и мультимедийной деятельностью, и познавательно-исследовательской деятельностью. Очень. Ребятки очень любят. Они соскучились по садке, они довольны, счастливы, они очень соскучились. Они играли во всех уголках, им было все интересно. Они соскучились и по воспитателям, и по группе, и по игрушкам, и друг по другу, конечно. По словам Юлии Курочкиной, заведующей детским садом номер 79, в предстоящих планах отремонтировать общий коридор и с 1 сентября принять всех 320 воспитанников. Во-первых, хотелось бы сказать огромное спасибо администрации Раменского городского округа и депутату Совета депутатов Кулигиной Наталье Васильевне за асфальт, за забор, который у нас уже есть, существует. Планы есть. Конечно, бы хотелось бы осуществить у нас ремонт нашего коридора. Думаю, что Виктор Валентинович нас услышит и поможет нам в этом вопросе. Виктор Валентинович, мы приглашаем вас к себе в гости в наш поселок Дубовая роща и в наш детский садик. Сергей Григорьев, Алена Иванова, Сергей Дружинин для программы «Городские вести».